Всем привет, ребят! С вами Вика, и вы на канале Вики Пэтс. Мы продолжаем нашу неделю влогов. Начинаем вам снимать уже в дороге. Сейчас у нас время 6:30 утра. Мы полчаса назад выехали. Вот, Лидочка у меня сидит здесь впереди. Мы сейчас заехали на заправку. Папа вышел, ну а мы его здесь ждем. Вот, заправимся и будем отправляться в наше длительное путешествие на машине, так как ехать нам достаточно долго. По-моему, Ледька уже проголодалась, время 8:30, так что у нее сейчас будет завтрак. Ледькин, хочешь кушать уже, да? Я ей вчера с вечера еще отмерила сухой корм, баночку нашу. Вот, так что удобно, всегда ее так кормлю с ладошки. Итак, а у нас первая остановочка. Лидька, пойдем сейчас немножко погуляем, ноги разомнем. Ну, я ноги, Леди лапки. Давай, зайчик, иди гуляй. Смотрите, тут вообще даже снег. Мы сейчас пока ехали прям по такой красивой горной местности. Я вам там много кусочков видео наснимала. Так что сейчас машину сядем, быстренько смонтирую, ускорю и вам вот сюда вставлю, посмотрите. Пока Ледька там с папой на полянке гуляет, я решила походить немного, ноги размять. И посмотрите, что нашла. Тут оказывается горная речка. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Ну что, мы уже наконец-таки приехали. Ледька меня встречает. Мы приехали, ее тут с бабушкой и дедушкой оставили и с папой поехали в центр, в магазин. Побежали! Сюда! Иди сюда, иди сюда! Побежали! Привет! Баба, закрывала. Ай, привет, леди, леди. Давай, леди. А где ее, Ладья, когда у шубе? Вот. Время уже 5:00 вечера. Мы с моим двоюродным братиком и сестричкой пошли гулять и с папой. Вот, пойдем мы в центр через подвесной мост. Когда дойдем, вам его покажу. Вот мы уже практически дошли, виднеется впереди мост. Кто с нами летом был здесь, на нас подписан, смотрел наши влоги. Мы здесь с Ледечкой целых 2 недели гостили и каждый день ходили через него гулять. Самое интересное, что Леди у меня вообще не боится высоты. То есть, допустим, с Софи мы здесь гуляли, она вообще не могла пройти, приходилось на руках. А Леди бесстрашная. Теперь мы идем до конца улицы в магазин. Вот, получается, на одной стороне там вообще магазинов нет ничего, и чтобы пойти в центр, нужно переходить этот мост. Ну или же на машине объезжать большой круг. Так, а у нас уже вечер, время ужина. Будем сейчас Ледечку кормить, но немножко необычно, потому что мои братик с сестрой хотят ее подрессировать. Так что здесь ее порция, и будет она ее всю получать за дрессировку. Как раз вам покажу видео, как она команды выполняет. Лежать, Леди, лежать. Умри. Умри. Вставай. Сидеть. 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 Суслик. Танцуй. Танцуй, 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 танцуй. Давай. Сидеть. Лапу. Другую лапу. Кружись. 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 Леди. Ждать. Ждать. Ко мне! Барьер. 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 Ко мне, иди ко мне, моя умничка. Молодец. Время 11:30 ночи. Ой, 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 кто тут так сладко дрыхнет уже?
Мы сегодня спим вместе с сестрой, с Алиной. Вот, вместе с ней и с Леськой. Лежали сейчас в телефоне, болтали, музыку слушали. Так что уже будем ложиться спать, потому что поздно. Ну, а с вами хотим попрощаться. У нас здесь вот ночник. А на этом сегодняшний наш день заканчивается. Всем спокойной ночи и до завтра. Да, для вас, конечно, ночь пролетела супер-мега быстро. А мы с Леди уже проснулись и в туалет сходили. Время уже 9:30. А сейчас Леди идет встречать Алину, которая тоже проснулась. Где там Алина, Ледька? Иди встречай. Иди, скажи ей доброе утро, говори. Хорошая, хорошая девочка. Сейчас будет завтракать. На завтрак у Ледьки сухой корм. Здесь у нас опять еще с вечера отмерено. Вот, хотела сначала и паштетик дать, потом думаю, ладно, пусть уже корм поест в другой день. Что, ты проголодалась, Ледяшкин? Все, давай кушай. Вот здесь, кстати, у нее еще и водичка налита в дорожной бутылке. Все рядом. Решили с Алиной вспомнить лето и отправиться покататься на великах немного по деревне, по полям, так сказать. Вот, летом все время с ней катались. Так классно. Обожаю велик. Здесь как раз и дедушкин, и бабушкин, так что нам для двоих. Итак, теперь я вам хочу немножко здесь показать животных, которые у бабушки живут. Это вот кошка Мурка, она, кстати, беременная. Теперь выходим в огород. Тут, конечно же, хозяйство. Утки в сарае сидят. И тут даже можно найти вот такое вот гнездышки с их яичками. Летом я их, помню, ходила, собирала каждое утро по бабушкиной просьбе. И здесь вот тоже. А вот этого малыша, помните? Летом снимала, кто смотрел наш влог. Привет, малыш, привет. А тут свинюшка с поросятками. Такие тоже маленькие, хорошие. Еще и разноцветные все хрюндели. Похоже, знаете, на кого? На мини-пигов. Прям точь-в-точь. Если бы они еще не росли, конечно бы. Прям зайчики. Кадр так смотрят. И в другом сарае тоже здесь, по-моему, мама Хрюшка. Да, вот тоже. И тоже с поросятками. Она нам решила отойти и показать своих деток. Время у нас сейчас 1:30. Я только пообедала недавно. Сейчас мы с моим братиком, сестрой и Ледькой пойдем гулять на поле. Как же без этого? Приехали на один день и не сходить на поле? Это не про нас. Леди просто обожает там гулять. Летом все время ходили. Вот, за двором такая красота. Солнышко светит. До поля нам близко. Тут пока Ледьку на поводке ведем, а потом отпущу. Ледечка, ждать. Ко мне, ко мне, ко мне, давай, молодец. Ай, умничка, отличная. На улице хорошая погода, но, правда, ветер какой-то сильный дует. Прям вообще всю идиллию портит. Придется, наверное, даже звук ветра отключать. Видео, а то сильно будет. Вот, ну, мы, наверное, сейчас 40 минут погуляем, может, чуть-чуть больше, и пойдем назад. Подошло к концу наше времяпровождение в деревне. Мы после прогулки пришли, отдохнули немного, и все, едем теперь в Ростов. Будем там уже до конца недели. Да, Ледечка? А сюда вернемся теперь летом. Ну что, мы уже приехали на место назначения. Да, Ледькин? Приехали мы в поселок, теперь к другой бабушке. Вон наш дворик зеленый. Сейчас пойдем к себе пока на квартирку заходить. Попозже к бабушке уже поедем. Пошли, Ледь, пойдем со мной. Пойдем скорее, пошли. Все, давай, беги, Ледька, беги. Я вам с двумя телефонами снимаю. Вот, кстати, мой новый телефон. Вот, но так как на айфонах нету паузы, у нас влог на Самсунге, а сторис мы снимаем на айфон. Леди сразу по кустам побежала. Леди, пошли, пошли. Опа, запрыгивай. Все, беги домой.
Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли здесь еще такие, у которых до сих пор с Нового года стоит елка? По-моему, мы одни. Когда уезжали, забыли ее тогда разобрать, так что будем ею заниматься завтра. Время уже 7 часов вечера. Меня сейчас папа повезет до бабушки ночевать с Леди. Вот, сейчас заехали в Магнит. Хочу взять что-нибудь вкусненькое себе. И, конечно же, обязательно фрукты. Даже без них очень люблю. Яблоки взяли. Теперь перебираемся к авокадо. Возьму одну штучку. И так как мы с собой никакие паштеты я Ледике, оказывается, не брала, нужно взять пару цезарей. Пусть здесь будет ей. Наверное, может, завтра дам один. Ну и, конечно же, долгожданная встреча с бабушкой. Вернее, не с бабушкой, а с прабабушкой. У Леди сегодня и у меня, вообще у всех, день встреч. Всех родственников повидали. Да, Ледечка, ты довольна? Ну, а я думаю, мы на этом будем заканчивать наш влог. В принципе, мы сейчас будем отдыхать, потом спать. Ну, а завтра продолжим вам снимать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.